Уход сильных морозов позволяет возобновить строительные работы во многих частях города, в том числе и реновацию многоэтажного жилого дома по улице Гайсмас 7 в Ругелях, который в будущем станет новым жильем для специалистов и многодетных семей. В здании почти закончен демонтаж поврежденных элементов первой секции дома, которой насчитывается 35 квартир. В настоящий момент объект подготовлен к многоплановому ремонту. Строительные работы проводят специалисты самого разного профиля. Также проведено обследование всех частей дома и констатировано, что здание, включая крышу, находится в хорошем состоянии. Тем не менее, по проекту в этом доме предстоит утепление чердачного пространства и подвала. Оно должно начаться примерно через месяц. Ключевым моментом в реновации дома по улице Гайсмас 7 является то, что объект подключен к отоплению и начато его прогревание и сушка. Это позволяет строителям заниматься самыми разноплановыми работами. При этом монтаж теплового узла еще не завершен. Предстоит ремонт отдельных частей системы теплоснабжения. Наряду с этим в квартирах устанавливаются новые радиаторы с терморегуляторами и индивидуальными счетчиками тепла. Также восстанавливается теплоизоляция труб. Завершение всех работ в первой секции здания намечено на июнь-июль этого года. Затем последует принятие части дома в эксплуатацию и возможное переключение на ремонт остальных секций дома. Ближайшее обсуждение по этому вопросу должно произойти на уровне самоуправления уже в эту пятницу, 26 февраля. Городская дума продолжает рассматривать разные варианты финансирования для реализации этого проекта. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.